see me but don't hear a sound. Riding round, cemetery blunt to the background loud. Now, now, burn it all to the ground, ground. Bones back in town, I ain't got no fucking chain. I ain't got no diamond ring, young Justin Timberlake. All these bitches know my name. If you see me out in public, then you know I got the blade. If you see me on a stage, you know I got the blade. 100 pills in my pocket, but that shit is not for me. I feed them to my girl and watch her drop down to her knees. Ghosts in my head, I got ash on my jeans. These women tryna scheme, cause I look like Dawson's Creek. Signs, please. I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. See, I can make the world crazy from the sound of the truck. You trying to call me like Bobby when MLK got shot. See, L feeling like Slim back when Wayne got hot. And everybody thinking, damn, will he change or not? I've been the same every day, and that's my biggest fucking downfall. Say they fuck with me, but can't name a fucking album. Saying that they bought one, I've yet to fucking sell one. Say they love me, but they don't know Elmo. I don't want an outcome. The fucking thing, they waiting on labels, labels waiting on me. Wanting to change from the beats to the names. Rather nickel dime every meal than be in the game. Fuck you, fuck rabbit, fuck hip hop. Like I really give a fuck if I'm hot or not. No car, no chains, I ain't fucking all these bitches. Still life so sweet and I don't even fuck with swishes. Backwood guts on my shoes, never playing by the rules. While you're working on school, I'm higher than you ever been. Welcome to my tomb. Welcome to my world. Coming down clean, I'ma take.
take your girl. Riding on blaze, bitch, I'm cash on it, blunts to the face. Shaking, you dance at a pavement. Old and you basic, I'm young and amazing.
Настройка завершена. Недостаточно энергии. Пристройка. Недостаточно весы, недостаточно энергии. Недостаточная виспена. Недостаточная виспена. Недостаточная виспена. Недостаточная виспена. Здесь нельзя строить. Недостаточная виспена. Недостаточная виспена. Наши КСМ атакованы. Неподходящий нет. Пристройка завершена. Улучшение командного центра завершено. Экипажу занять боевые посты. Недостаточно. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Неподходящее место для посадки. Месторождение минералов. Пристройка завершена. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Неподходящее место для посадки. Разработка завершена. Наши КСМ атакованы. Thank you.
подходящее место для посадки. Разработки недостаточное, улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Месторождение минералов. Месторождение минералов в улучшении завершено. Постройка возможно. Месторождение. Месторождение минералов выработано. Пристройка завершена. Недостаточная виспена. Недостаточная виспена. Здесь нельзя строить. Нужна огневая поддержка. Недостаточно виспена. Недостаточная виспена. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Месторождение минералов выработано. Мистер здесь становится жарко. Ваши войска атакованы. Месторождение минералов выработано.
месторождение минералов выработано. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Ваши войска атакованы. Неподходящее улучшение завершено. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Алло, привет. Да, сейчас. Давай, мы уже игру создали, ждем тебя. Запрыгиваю через сейчас мы со второго Смита с этого начинаем, там Смит будет первым. Нет проблем, тогда вообще супер. А у тебя задержка есть на стриме? Нет, у меня задержки. Так, поставь задержку, без задержки нельзя. Окей. Сделай, пожалуйста, сейчас. Да, нет проблем. Я не знаю, она упадет, если я задержку? Сколько задержка? У тебя трансляция упадет и через 2 минуты поднимется. 320 секунд, да? Да. Окей.
или дашь мне постримить? Ну а ты час подождать не можешь. Ну ладно, давай сейчас одну игру я проведу. Ну что, блин? Ладно, сейчас. Давай уходи, блядь. Ну ладно, стрим идет, у тебя задержку поставил. Нормально. Все, ты прошел. Давай сейчас прочекаю. Да, прочекай, просто у меня как бы еще до сих пор битрейт нулевой, блять, почему-то. Ну потому что он через 2 минуты пойдет поток от тебя, сейчас там он сейчас, пока там задержка идет. Ага, окей. Все, нет проблем, Зер. Давай. Может ты там огласишь, что у нас и травля, чтобы. Я потом нет. Ну что, это у нас RSTL 11 лига, у нас MXLT играет против второго состава Romantic Gaming. Вот это у нас группа. Мы там на днище, они тоже на днище. Вот, и, собственно, боимся за то, чтобы подняться куда-то в мид. У нас, кстати, сегодня какой лайнап, давайте посмотрим. Вот, у нас сегодня лайнап Блейти, Смит, Сосиска, Джудикейтер. Мы договорились начать со второго сета, у них там игрок на первый сет опаздывает. Вот, так что окей. Пока что у нас ПВЗ, потом у нас ты будешь играть против Зерга, потом будет Сосиска играть ПВП, и потом под конец будет Джудикейтер играть ПВТшечку. Ну, в принципе, там с них 5200 максимум, 5300, по-моему, максимум. Так что я думаю, что шансы есть очки взять в этом. Ну ладно, давай, тут меня с компа упорно выбирают. Пойду я тогда. Да, окей, Зера, давай. Сейчас там стрим. Постараюсь. Ага. А, ну вот, стрим пошел, все отлично. Ага. Тоже, да, вижу, битрейт пошел. Ну все, давай, удачи. Справа в нижнем углу, значит, у нас игрок команды 7X. Смич. В левом верхнем углу у нас Камелот. Вот. Посмотрим, что игроки покажут нам. Камелот очень сейфово открылся через, по-моему, пул. Газ-пул, да? Или пул-газ. Точно я не заметил, слушая Зеру. А Смич открывался более экономически, более через макро. Он сыграл после пилона сразу Нексу, что меня удивило на дуэльной карте, довольно-таки, ну, рискованно, что ли. Я так понимаю, Зерг хочет пораньше третью поставить за счет того, что он, его разведка приехала и увидела такую наглость от Протоса. Поэтому Зерг хочет, да, свою третью пораньше занять. Хочет его просто решил через вторую базу играть. Причем делая застройку почему-то не на второй рампе, а делая застройку на первой. Странное решение. По-моему, лучше было бы, если ты уже играешь через Nexus второй ранний после пилона, который поставить пилон для застройки сразу в этой рампе и перекрыть ее. Вот. Тем более я уже знаю, что эта рампа перекрывается тремя зданиями. Вот такими квадратными, вот третий, и проход перекрывается землей, либо зеленым, да? Так что это с легкостью можно было сделать именно так. Здесь Зерг справляется с пилоном. Он не видит, он следующий пилон, который Смич подготавливает для него. Такая скрытая угроза, в общем-то. Так, сам Зерг бегает, разведывает лингами очень много. От Смича выбивается 2 адепта. Главное закрыть ему еще проходик, желательно чем-нибудь, потому что линги уже со скоростью. Но ни один, ни второй проход не закрыт, поэтому меньше скорости. Рабочие и нет ни одного дайв-пилона, то есть потом наверчаж минеральную линию никак бы не защитил у Протоса.
третью отменяют на автоторка. Адепты Кори лезет уже на базе резерва. Довольно-таки глупые ошибки, да, от обеих игроков. Но пока что оба игрока отбили, да. Смотрим, Зерг вместо выбивания одной фотонки почему-то решает базу сделать в другом месте. Вместе очень удобное и как для раш-дистанции ТОСа очень удобное место. Как раз пробежать от базы тут, ну, не так уж и много. Одну ксилнагу. И что Протосы делает? Он выходит в пуш, поскольку он видит, что третий здесь нет, он точно знает, что... Ну, не точно знает, а подозревает, что третий будет именно в этом месте. Поэтому смещу выдвигается на нее. Беллингнест добавляет зерг. Рочи, Линги. Естественно, нечем отбивать, на были некоторые ресурсы вложены в рабочих, но эти рабочие, я думаю, не помешают зергу. Не так много он в них вложил, база, естественно, умирает, а Протус улетает на реколе домой, да? Вот. Еще одно удивительное решение зерка, но это база тоже достаточно близко находится для атаки, ну, конечно, подальше, чем вот это вот, но все равно достаточно близко. Но эту базу Протус придется разведать, чтобы провести на нее атаку. Хорошо. Смич добавляет роботикс, да, уже добавил, и делает с сумрачного совета блинк. Окей, почему-то блинк делается не под бустами, кстати, бусты, ну, что-то очень важное, а нет, под бустами, да. А куда кинут еще один буст? Ага, на грейд атаки, отлично. Отлично, зерк. Так, посмотрим. Да, Смич разведал, что есть еще одна база, и выдвигается в атаку на нее. Но зерг в этот раз предусмотрел, убил фотонку и... сейчас уже достроится. Хотя... ну, немножечко раньше она будет. На реколе еще раз улетает Смич. Что наш противник, он уже собрал достаточно неплохую армию, конечно, против двух имморталов весь Андрея она не так уж хорошо будет работать. Имморталы очень серьезный урон будут наносить, хотя он уже не бронированный ревенджером, да, но я как они в английской версии называются. Тут игроки разминаются. Вернуться именно на эту базу. Будет ли он? Да, он. А, он даже решил отдать свою третью. Странно, странно. Не совсем понимаю, как работает рекол. Может, нужно выбрать, на какой Nexus ты телепортируешься, а может он на ближайший телепортируешься. Ну да ладно. Зерг уже раскачал третью. Что по технологиям у него? У него уже делается для люркеров яма, да? Пещера. И поставляется ТОС. Дисрапторы я вижу уже в армии. Неплохо. Сумрачный
точнее, для дарков строится задание темпларное, да? Дарк темпларный. И делается грейд на броню. Почему-то вместо третьей атаки. Странное решение. Кстати, это потому что линги уже с одной атакой, да? С двумя атаками, и нужно порезать их урон. Юниты Протоса. Но мне кажется, лучше было, конечно, все-таки третий грейд сделать на атаку. Смотрим дальше. Варпаются у нас 4 дарка. Сейчас они пойдут потихоньку вырезать базы. Посмотрим, есть ли у зерга оборона. У них нет ни одной, вообще ни одной нет. Даже при таком хорошем окружении, почему-то все потеряют всю армию. Очевидно было, что лучшим образом были поставлены филды. Ага, у него... Ну это из-за плохих рядов, ну точнее из-за плохих рядов. На Ravager нет рядов, на Lingo нет. Но все-таки такой микс у него не лучший. Но зато Протос потерял весь свой боевой кулак. Теперь ему еще очень долго придется сидеть, чтобы его остановить свой лимит. Тем не менее, падают две добывающих базы. Зерга на мэне уже практически ничего не осталось. Поэтому зерга остается без ресурсов. В то время как у Тоса полным ходом качает третья. Так что Смич может восстанавливать свой лимит, который сейчас 91 на 112 зерговского. И потихоньку должен догонять его. Первые 4 люкера морфятся. Мне все же кажется, что против дисрапторов и против имморталов это такой себе юнит. Главное, чтобы обсервер был, а обсервер будет, если его заказать в роботиксе. Пока я не вижу ни одного обсервера в армии Тоса, но может быть я куда-то не туда смотрю, но уже нужно заказать. Хотя СМИ же не знает о да, яме люркеров. Ничего, кажется, что у Протоса достаточно сильные юниты, они не отлетят с одного залпа. Люры. Это будет очень серьезно. Очень медленно усилить. Либо на этой скорости сделать. Раз уж ты уже видел дарков. Так, вот наш люра. Вверх выдвигается. Но Протос все еще копится. Очень долго ему придется восстанавливать свой боевой кулак. Небольшая отвлекалка. Неужели Смич на него поведет? Да, он ходит с ярким. Очень много урона нанесло за счет того, что не было обсервера. Вот наконец-таки первый обсервер уходит. Сейчас последний люкер упадет. Но они как бы окупили себя это 100%. Продолжают бегать под люрой Смич. В то время зерк восстановил уже третью. Смотрим, что по лимитам. Лимиты у нас практически равны. Зерк не думает в хай выходить. Грейды, я надеюсь, он уже сделал. Нет, все еще нету рейнджевых грейдов. Посмотрим на линга. У линга все еще 2 атаки. А, Смич уже 1 броня, 2 атаки.
Правда, оружие мы убили. Может быть, даже с грядом каким-то. Грядом уже чуточку, но впереди. Мне кажется, очень приятно грядом сделано. Очень много отбирают у Линга. Вот. Пора подпушить. Чуть поразбираться. Более имея дисраптора. Очень трудно будет зерху своими юнитами просто как бы подбежать. И даже саму люру закопать. Слегка далеко. По-моему, один сталкер умирает. Так, ставят четвертую зерк. Это как-то заметить. Очень хороший. Оказывается, 200 хп, а урон у дисраптора 45, да? Понятненько. Вот так вот. Еще 60 жизней остается у люры. Очередной раз, но Смич успешно выбрался из этой засады за счет рекола, да. Неплохо сыграно. Хорошее решение, я считаю. Там можно было разменяться не лучшим образом, так как люра была с двух сторон уже. Вернее, с одной стороны была люра, с другой стороны поджимала армия. Несколько людей было чуть подальше. Представляет оставшийся один люркер, его можно даже через заклик убить. И Смич выигрывает эту первый сет для команды 7x. Вот. Второй сет играю, по-моему, я. У нас стоит задержка, поэтому я не буду ничего отрубать. Так, комнату мне сказали. Так, ну я, видать, не скопировал ее. Сейчас, секундочку. Да, вроде бы я зашел. Азер, вот пишется, вот будет. Ничего не слышно. Пи-пи-пи. Да нет, все должно быть слышно. Так. Say you.
проверю я, слышно ли на стриме меня. Так, комнату мне сказали. Да, все слышно. На всякий случай поставлю я красненький, чтобы не отвлекало меня ничего. Так, окей. Эту игру играю я. Постараюсь без комментариев. Ну, постараюсь сыграть хорошо, поэтому будет без комментариев. А может и с... Не знаю, играю я против Зерга. Недостаточно минералов. Карта дуальная. Недостаточно минералов. Какой вывод мы с дуальной карты можем сделать? Нужно будет ехать в разведку рабочим, чтобы... Недостаточно минералов. Убедиться, что это не недостаточно ранняя минералов. Недостаточно минералов. Ну да, в принципе, минералов. Размышления можно свои... Недостаточно минералов. Говорить, да? Значит, рабочие отправляются у нас в разведку. Так, почему-то бинт не забиндился на него, теперь забиндился. Требуются дополнительные хранилища. Так, этот рабочий поставит, даже не так, вот так, поставит нам барак, этот газ. Барак-газ я играю, чтобы чуть пораньше поставить ЦЦ, в случае, если нету никакой... агрессии со стороны зерга. Так, главное убедиться, что нет второй. О, точнее, что есть вторая. Да, вторая есть. Теперь смотрим по газу. По газу смотрим, газа нету. Газ есть, да, это был газ-пул. В принципе, всю информацию мы получили. Попробуем поставить бункер. В любом случае, я рипером прилечу разведывать, на что зерг будет тратить свой газ. И попробуем его чуть поднапрячь этим бункером. Сам я ставлю ЦЦ. Ну, плюс это еще даст... кое-какое время моей ЦЦшки достроится. Да, сам я делаю факту. Недостаточно виспена. Улучшение командного центра завершено. Да. Недостаточно виспена. И... еще один газ, да? Недостаточно минералов. Газ. Еще один supply. Требуются дополнительные хранилища. Есть. Да, хранилища база нет у меня. Атакована. Ничего страшного. Я думаю, зерк еще пока пропинается. Так, нужно уже улететь и посмотреть, на что зерк потратил газ. Пока что не вижу. Ага, на скорость. Ну отлично. Скорость, я считаю, не такой уж хороший грейд.
поэтому мы перестройка завершена. Пристройка завершена. Перелетим. Неподходящее и место для галеонов дополнительных. Построим просто галеонов, поскольку зерб будет вкладываться в улучшение своих командного центра рингов. Завершено. Здесь нельзя строить. Собаки уже прибежали. Наши КСМ атакованы. Залетим еще раз. Посмотрим. Нас тут выносят! Чего я не увидел снова. Сделаю две минки. Старпорт уже делается. Еще пару баранов добавим. Недостаточно. Почему я делаю... Недостаточно. Попробуем чекнуть четвертую. Недостаточно. Закрываем. Точнее, попробуем чекнуть третью. Минки вложим в оборону. Скорее всего, третья уже есть, да? Требуется дополнительно недостаточно минералов. Неподходящее место для посадки. Да, есть она уже. Попробуем. Хорошо. Рабочие ездят, это уже достаточно хорошо. Но этими еликами желательно... Пристройка завершена. Что я сделал, да? Разработка завершена. Ладно, неподходящее место для посадки. Недостаточно виспена. Выгоним парочку танков, да? И пойдем пропушим именно таким миксом, достаточно трудно убиваемым для зерга. Здесь нельзя строить. Недостаточно минералов. Все-таки медивак я сделаю за счет недостаточно энергии. И думаю, что медивак нам больше поможет за счет щитов у маринесов, которые сейчас достроятся. В момент, когда мы подойдем к зергу, у нас уже будут щиты, будет два танка. Разработка завершена. И мы сможем достойную атаку провести. Здесь нельзя строить. Достойную атаку на третью. Улучшение завершено. Высылайте подмогу! Mm-hmm.
также мы продолжим, я думаю, Харас, ведь разменялись. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Уже неплохо. Подмогу! Сделаем вторые грейды. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Неплохо. Сделаем вторые грейды. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Попробуем поставить именно здесь дополнительную базу. Блять. Ваше войско. Месторождение атакован. Минералов выработано. Да, достаточно много добыл зерх, на мое удивление. Успела третья окупиться. Недостаточно минералов. Его, недостаточно минералов. Мне казалось, эта атака сделает немного больше. Улучшение командного центра завершено. Да, не очень удобное место. Посылайте подмогу! Не очень удобное место. Недостаточно энергии. Но я думаю, улучшение. Пока у нас лучше нет. Третий грейд на атаку мы заказали. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Здесь нельзя строить. Недостаточно, недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Офигеть. Ну хорошо, что она только недавно начала свою работу. Месторождение. Требуют улучшение, недостаточно, и требуется дополнительное. Недостаточно. Пристройка завершена. Высылайте подмогу! Игра приостановлена. Так, нам надо подумать, что делать дальше. Надо поставить четвертую. Можно перелететь обычной сэшкой, можно добавить, поскольку у нас сейчас есть 900 минералов, можем добавить вместе с саплаями. Третьи грейды сейчас доделаются, нам надо добавить еще бараков. Факту я уже добавил, значит, добавить бараков и старпорт. Посмотреть, во что переходит зерх. Поставить четвертую, добавить бараков и старпорт. Ну что ж, попробуем. Дальше пушить зерга имеет смысл или нет, я даже не знаю. Да, надо постараться, конечно, допушить его.
Игра возобновлена. Смотрим грейды, грейды вторые. Давайте отойдем. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Блядь, да ёбаный в рот, сука! Пизда нахуй. Ну чё это за хуйня была, блядь? Я в ахуе просто. Так, поставить четвёртую. Улучшение завершено. Здесь нельзя строить! А, поставить четвертую. Виспеновый гейджер иссяк. Месторождение. Месторождение минералов выработано. Четвертую странно, почему-то мы не поставили. Месторождение минералов в пристройка завершено. Блять, то есть в принципе с бараками, третьими грядами. Сейчас посмотрим, какие гряды у Лингов 2-2. Месторождение. Да. Не 3-3. То есть вторую броню я так и не заказал. Офигеть. А, вот же ЦЦшка. Нет, что мы сделали? Блять, запутался из-за этих пауз постоянных. Очень трудно сосредоточиться. Ну что ж, второй сет мы забираем для команды 7X. Вот. С минами надо будет подумать. Пуш вроде бы неплохой. Есть и танки против Роуча, и мины против маслингов, и хелбаты, которые протанкуют. Мариков достаточно мало, но я думаю, что это должно компенсироваться минами, которые... Должно компенсироваться минами, которые хорошо попадут. Или будут не давать подойти к атакующим танкам и остальным юнитам Террена, которые ДПСят на РНЖ. Удивительно, что Зерх отбился от этого пуша. Может, я, понятное дело, не лучшим образом танки разложил, там стимпак не сразу прожал всеми войсками, но... Блин, все равно, учитывая то, сколько рабочих я ему жёг в начале, достаточно хорошо отбился Зерх. Да мы уже сыграли на этой. Да, Зера меня переживал. Да, я вижу чатики все, я просто, чтобы не отвлекаться, подключал кастомки с кренделем. Вот я хотел начать с этой недели уже активно тренироваться. Так что, ну, я играл один раз, вот как я только переехал. Я играл, да, с кренделем играл или с кем-то
по-моему, да, и с Крендером я играл, он меня масса раклами убил. И с каким-то Тераном я играл несколько гастомок, с мех Тераном. Достаточно интересно поиграть с тем, кто играет в мех. Тем более мех опять работает, и причем работает очень жестко, как я заметил. То есть у Терана, Теран потерял свою мобильность, а танки улучшили. И теперь они не в медиваках привозят, то есть для мех Терана это вообще просто сказка, блядь. Вот. Смотрим, начинается следующая игра. PvP это у нас будет. Блин, я же матерился на стрим, что ли? Блять, в натуре. Ну там была ситуация с медиваком, когда я вроде прожимаю, а он, ну, как бы не делает то, что должен. То есть, блин, он бред, просто он не летит, или я по шифту нажимаю, я не знаю. Видать, я случайно надавил shift и пытался прокликать, а он все никак не мог завершить предыдущее действие. Так. Первый пилон достаточно такой интересный. Так, еще раз, у нас сейчас PvP, игрок команды Simmons появляется справа вверху, слева внизу появляется игрок команды, игрок вражеской команды, будем так говорить, Rodge. Да, Rodge. Сейчас посмотрю, как полностью они называются. Romantic Gaming. Так. Застройка сразу с двух гитов. Причем полное. Полное перекрытие. И здесь полное перекрытие. Неплохо, да. Видать, оба игрока будут играть через роботик. Либо через Twilight, да, это, ну, темпларня, которая дает блинк. Мне бы очень понравилось блинк пушить на этой карте, поскольку крампи достаточно большой подход, круглый. А как бы те юниты, которые стоят за рампой, имеют очень, в общем, очень трудно будет отбиваться от блинкпуша здесь, поскольку даже, ну, очень большой круг для атаки есть, но при этом очень трудно отбивать теми же юнитами. Ну, сталкера, я делаю вывод, что это будет блинк какой-то, да? Нет, здесь Старгейт. А что у нас за технологию выберет противник? Вот пока что. И здесь тоже Старгейт. Ну, очевидно, я просто не разбираюсь в PvP, так как я Терран. Ну да ладно. Понятно, Старгейт второй Нексус. Здесь получается тоже Старгейт второй Нексус. Старгейт я понимаю, почему сделан, поскольку это очень хороший контракт с сталкером, да. Хотя вроде бы сталкеры должны контрить, но как бы сам Крендель мне уже не раз доказывал обратное, что
как раз в ядре очень хорошо контрят сталкеров. Так, ну что же. За счет своего большого ДПСа и большого количества ХП. ДПС у них намного выше, чем у сталкеров. Окей. Посмотрим. Первый оракул. Феникс. Ну, неплохая контра к оракулу, который... Вот-вот вылетит. Ищет прокси какой-то. Так, неужели Феникс встретится с оракулом? Давайте-ка посмотрим. Среагирует ли на это... Нет, не реагирует игрок команды Синокс. А вот Оракл заметался, да? Оракл получил урон и не хочет отдаться. Просто-напросто на втором Фениксе, который к его подлету должен был вылететь. Так, окей. На секундочку отвлекся я. Ищут Феникса и Оракла и не находят его. Очень хорошо, получается, игрок команды CMX не потеряет своих рабочих. А вот игрок противоположной команды еще может, ведь Фениксов все больше, а следовательно они здесь блин. Ну, скорее всего, блин. И пытается догнать по Фениксам. Очень сраное решение принимает наш противник. Сосиска, да? Здесь все еще на месте. Ну, Веруну и не придется это разбивать, поскольку он уже делает блинк, а остальные юниты у него летают по воздуху, то есть он просто через блинк выйдет с базы. Разменивается в плюс, забирает вообще весь воздух, который отчаянно пытался накопить. Вот. Ну и сосиска таким образом очень в хорошей ситуации. Ой-ой, как же так можно терять? На двух оверчарджах полетал и потерял достаточно большое количество фениксов, штучки 3, наверное, если не 4. С масталкерами. Как на это отвечает сосиска, ставит третью. Третья, это вернее, уже почти достроилась у него. Еще один Е добавляется. То есть это будет такой алын с двух баз на блинсталкерах. А тут уже грелки начинают делаться. Вот это отличное решение, но надо побыстрее, да. Переключаться один буст. Один все еще на рабочих. А где же второй? Пока я не вижу второго буста. На сервере он. Тонко, да, неплохо. Слушай, что-то понимает Протос команды CMX и пытается как можно больше оборонительных зданий. При этом у него есть еще и робо. Офигеть. Робо достаточно хорошо порешает. Стрелочку отведи. Плохо отфокусили Кору нашему игроку, но таким образом Кора дала время достроиться фотон. Фениксовой как не хватает. Законтролился сейчас. Еще немножко времени дает.
пара адептов. Ну, за счет экономики сейчас пытаются перемасить противника. С фениксами будет полегче, они хоть несколько юнитов да подымут. Хоть несколько сталкеров. Очевидно, что Алын не удался, хотя очень неплохо пытался выпустил. Верин, да, Верин. Юнитов сосиски. Но не удалось ему пропушить, пробить. Хотя вот мне казалось, вот-вот и еще немного. Но адепты достаточно сильный юнит. И очень. Ага, вот такой обходной тоже. Можно пробить кам. Сосиска этого не видит. Но это уже отчаянная попытка, поскольку по армии уже перегоняет игрок команды 7X. И эти сталкера навряд ли что могут сделать. Грелки показывают то, что они не боятся сталкеров, которые предназначены, чтобы их контрить. Да, еще парочку сталкеров забирают. Грелки и уже в агонии начинают бегать. Это последний команды. Пару грелок он все еще забирает, выходит сам в третью, не удастся ему перемасить, да, догнать по лимиту, ну и вообще перемасить сосиску. На 3 с лимита уже разница, и эта разница будет все увеличиваться в дальнейшем. Уже четвертую поставил сосиска, зажег. Все размены идут на пользу. Даже с блин сталкерами, я думаю, размены в плюс. Посмотрим по армии. По армии чуточку меньше противника, но за счет блин сталкеров можно качественно размениваться. И ставят дарков, да? Ставят дарков игрока с роботиксом. Ну, это, по-моему, очередная ошибка, да? Ведь уже наверняка есть обсервер. Да, мы видим обсервера в армии у сосиски. Так что все это не лучшее решение. Тем более тут потомки, естественно. Да, даже здесь есть фотонки. Предусмотрительно поставил сосиски. Так что дарки явно не уменьшаются успехом. Но нужно выдвинуться самому, поразмениваться. Не знаю, может быть сосиска. Сейчас проверим. Да, сосиска не знает о базе. О том, что только-только сейчас вышел в третью противник, поэтому он сидит дома. Пытается на обороне сыграть, пытается играть от обороны, вернее. Кстати говоря, а у Верина все еще нет роботикса и нет обсервера. А нет, вот все-таки роботик застраивается, сейчас будет наверняка сделан обсервер. А здесь материнский корабль превращается в кором. Уже первый батон вылетел. Ну, достаточно красиво решает закончить сосиска. Этот клан Вар
качает у него уже 4-е. Протос противников пытается догнать. 2000 камней, посмотри же, проверь. То ли догадывается, вот атака, то ли слышит. Сам сосиска. База атакована. Нападение. Да. База атакована. Снимает противника он. Точнее, сталкеров противника. Успешно отбивает дырка фотонки. И обседает даже дома, который находится. Ну что, ну пора уже, я думаю, выдвинуться. Неужели будет до 200 лимита сосиска собирать армию? По-моему, лучше немножко раньше выйти, да, и не дать сопернику доделать какие-то важные грейды. Что-то, вот, не лучше ли тайминг выйти под грейд этот? Он будет готов через 4 секунды, и ты уже мог быть на базе у противника, у которого явно этот рейд не так рано сделан. Но сосиска, очевидно, будет собирать 200 лимита, ставить пятую. Может быть, собирать запас, да, запас по ресурсам, чтобы сделать деварп. Точнее, до заказ новый, если 200 на 200 он разменяется хуже. Но нет, тут не будет такого, ведь всю игру вражеский протос играл с двух баз, поэтому у него очевидно опасное отставание по лимиту, по армии. И что мы видим, 200 на 100 практически невозможно отбить будет протосу. Еще одна агония, еще одна база. Зачем же ты сделал рекол? Что-то странное делает. Даже не добил этот Nexus. О боже. Тут особо нечего комментировать, да? Может быть, я что-то не заметил, но мне кажется, эта армия и через просто клик все убьет. Как бы зачем давать противнику шанс? Стоит на 3 фотонки 150, пускай на 400 минералов. Вот из рубка из 600 минералов забрала всего-то 300. Еще один размен, который явно не уверен. Сосиска собрал 200 и наконец-то выдвигается, хотя он давно уже 200 собрал. Посмотрим, грейды есть и на щиты, и на защиту воздуха, и на атаку воздуха. Но это практически нереально. Даже с таким количеством архонтов. Что можно сделать с вот этими юнитами? С батонами. Полными. Это что за арка? Все, что приблизится к ним. Что, посмотрим.
этот матч для команды 7X. Ну и завершает КВ, да, со счетом 3-0 в пользу 7X. Может. Так, на этом мы говорим спасибо Романди Гейминг, да, академии, которая их, и поздравляем всем XLT с победы. Сейчас, точнее, я еще узнаю. Это все. 3-0. А, тут все 4 сета играются. Окей, окей, ждем тогда следующую. Следующую игру. Еще один сет. Так, у нас начинается очередная игра. Тирана вражеской команды появляется справа снизу. Это Ромалито. Игрок команды 7X появляется слева снизу. Это, как подсказывает мне Зера, Джудикейтер. Играет за Протоса. Он делает пилон гейт. А Теран делает газ-барак. Ну, газ-барак сейчас очень распространенный игра, распространенный опенинг. Я пока к нему еще слегка не пришел. Но этот опенинг является, даже по моему мнению, очень хорошим, гораздо лучшим, чем барак газ, поскольку рабочих у тебя и так достаточно добывать ресурсы. И второй ЦЦ тебе не так сильно необходим, как ранний газ, ранняя добыча газа. Вот, поэтому я со временем тоже перейду именно на такой опенинг через газ-барак. И второй командный. Вот. Смотрим, Протос делает Nexus. Оба игрока поехали разведывать не в ту сторону, поэтому узнаем, где находится в последний момент. Терну это на руку. Он может быть даже успеет застроиться.
Пора бы уже поставить вторую саплайку, мне кажется, для Терана. Ну, может, я ошибаюсь. Второй газ. И вот едет вторая саплайка. Остается А рабочий, а пробка еще в пути. И Теран уже перекрылся. Ну что же. Сам Рипер как-то странный маршрут выбирает. Видит, нет рабочих здесь. Попадает он прямо на разведал газ. Роботик все видел. Да, роботик все увидел. Тиран, и, значит, следовательно, должен сделать вывод. Гротмин, да. Гротмин, когда ты увидел роботикс. Чтобы я... Нет, в любом случае я бы попытался сделать дроп мин, но с одной миной, да? То есть я бы уже не штамповал вторую, я пытался пораньше сделать апгрейд какой-то. Но все-таки это Теран делает две мины, такой старый стандарт. Мы уже знаем, что этот старый стандарт очень плохо работает, поскольку поздний стимпак получает, и сталкер пуш очень сильно контрит этот билд. То есть просто приходит сталкера с блинком, ну даже с наблинком на бункер, они очень быстро уничтожают его, и у Терана еще только строятся бараки, только строятся пристройки. Может, бараки уже достроены, но пристройки, то есть в пристройках все еще делаются грейды, которые летит обсервер, немножко не туда. Летит призма аджудикейтера, да. Обсервер видит, что два марика должен видеть, или адепт попытается с ним справиться. Смотрим на дроп мин. Удастся ли дроп мин против протеса, у которого уже должен был быть обсервер. Дроп мин даже без обсервера не получился. Здесь остались только марики. Вот о чем я говорил, то есть у Терана еще даже бараки не перелетели, но он уже очень сильно терпит на своем натурале. Они сами будут бегать и убивать. Конечно, лучше их подконтроливать, но если ты не успеваешь, если ты там, поставь ты их на патруль между базами. Очень раньше, вот когда у циклона обилка была автоматическая, то есть накидывалась на призму, мне очень нравилось на подлете к базе ставить циклон на патруль. И он сам хватал эту призму. Раньше циклоны очень много урона наносили по воздушным линиям за счет своего захвата. И призма, прилетая, она уже была зацеплена. То есть я даже не обращал на это внимания. Ну, циклонов, правда, пофиксили. Поэтому это уже так, отсылка к прошлому. Дань стареньким циклонам. Я не скажу, что они стали хуже, но одну очень важную роль циклоны потеряли. Да, они могут убить наземный пуш, там практически любой. Но вот что касается Тараса, то есть деф юнит этот стал очень слабеньким. Скорее это пуш юнит теперь. Но раньше это был очень хороший деф юнит за счет обилки. Опять же придется наблюдать этой базы. Придется 2 играть.
сверху. Да. Даже это разменивается здесь. Даже без танков, просто с леваками. Залетел у всех рабочих. Я просто думал, одна призма, ну, призма две, оказывается. Но уже одна, видите, да, вы видите, вы одну убийство, это вторая призма. Этого академического издавания. По-моему, даже практически невозможно. Это все-таки наразменивались плюс. Кастер будет танк. Я думаю, можно добавить блинк сталкерам. Да, либо пару блинк сталкерам, которые делают этот сет тоже останется, скорее всего, за командой. Что если бы не было этот сет? Мне приятно победа, я забираю. Еще напоследок забирает адепт еще одного Маринеса. Смотрим. Рабочие все строятся. Рабочие. Еще плюс два барака. Неплохо. Первый либератор. Но, мне кажется, против сталкеров с блинком. А, даже щиты не были сделаны. Офигеть. Ну, блин. Захарасил. Скажем, Терана. Я тоже обо всем забываю, когда вот начинается такой прессинг. И вот раньше от этого прессинга очень помогал циклон, который просто на патруле был. Концентрируешься, допустим, на атаке в лоб, а циклон, старый циклон хватал через патруль свою новую. То же самое было бы через атаку. Может, адепты, да, получили больше урона. Может, там даже несколько потерял в адепту. Ну, и просто точно так же подошли и делали по два залпа. В один танк и на второй. Куда же ты бежишь? Ой, а здесь я пропустил дроп, да? Бывает. Нас больше интересовали замесы все-таки. А может, я пропустил дроп, может, рабочие были переведены на третью. Тут, мне кажется, не хватает сталкера одного варта, и который добьет этот этого либератора. Да. А вот, собственно, вот дроп, который так много сделал. Энергии, либо просто забыл второй щит включить Джудикейтер. И Терн, как ни странно, за счет мулов, да,
пытается сейчас грызнуться. Кстати, очень даже хорошо, потому что, ну, мультитаск достаточно слабенький у Джудикейтера. Он хотя и пытался харасить звук призма, но как-то не хватает его и на макро составляющую. Он ловил. Блин. Вроде бы он словил на таком муле, очень серьезно. Где-то где-то. Вычинивает. Не делает рабочих джудикейтер, хотя ему нужно очень даже заказать не пилоны, а именно рабочих. Потому что по лимиту он начал проседать уже, хотя он у него вроде бы как и технологичный. Но, блин, еще пару таких разменов с маринесами, которых Терен может бесконечно делать. Ну, пока есть ресурсы, понятное дело. Он уже вышел на дверь. Да уж. Решает наш игрок сдаться, но там не так много нужно было сделать для победы, мне кажется. Хотя просто заказывать рабочих, а не войска. Да, оставьте там, ну, адепт 3 на дефе, там один сталкер, 3 адепта, они же, ну, с любым, ну, не с любым дропом, ну, на дропе, мне кажется, и хватит. То есть пока майки будут высаживаться, они сразу будут отваливаться. Че, тебе только одну базу задефить, на второй там кора подефит. Все-таки один сет выигрывает команда противника. И этот кланвар мы выиграем со счетом 3-1. Да, со счетом 3-1. Вот выигрывает SimXLT, с чем мы его еще раз поздравляем. Тоже на этом все, я выключу стрим, чтобы он обрезался, и, может быть, через полчасика или часик ждите меня с другими играми, может быть, даже не меня, а кого-то еще, но именно на этом канале. Всем спасибо, надеюсь, всем было интересно. Да, смещаю, вижу. Игра слишком громко. Окей, я сделаю потише ее. В следующий раз, когда буду стримить с комментариями, просто, ну, как бы у меня игра настроена под себя, чтобы я хоть что-нибудь слышал. Но я учту это. Спасибо всем. До скорого.